Доброе утро, ребят. Опять дождливый день. Выехал с гончими. Ну, прошел сильный дождик. Сильный дождик прошел. Не знаю, пусть потопчет ребята. Потому что я вчера ночью видел здесь двух зайцев на этих полянках. Тихо, тихо, тихо. Тихо, ты скулишь, ты засранец. Посрать некогда тебе. Тихо, 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 тихо. Парамош азартный. Давай, буди, 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 давай, буди, буди. Засранец, не успевает и орет, как бешеный. Не, это Бас просто дуркует пока еще. Не выбегался. Это на доборе, пока запах не подняли пока еще. Лиса выскочила, лиса пошла в другую сторону, засранка. Туда, на дорогу. Лиса здесь выскакивала. Видишь, пошла туда, зараза. Рыжая, да? Странно, что ж он не перевидел ее, что ли, еще? Где она? Опа! Выстрел. Я думаю, лису он стрелял. Был выстрел. И лиса заскочила обратно в этот массив. Она что, пошла туда, что ли? Олев, на тебя краем канавы идет. Я думаю, раненая, на тебя смотри. Значит, она прошла раньше, это не просто так они. Ладно, пусть вернется, я не знаю, может, они разгорячились до такой степени. Сейчас надо поставить опять, где она обратно заскочила в лес. Да, он выстрелил, она обратно в лес. Пускай собак, потрави собак, пусть они потрепят, блин. Иди сюда. Нашли лису. Подрана. Торка. Вот результат, видишь, она залегла. Не трепет почему-то. Тора. Ну вот, ребят, чудеса случаются. Подраненная лиса занарилась. И думаете, где? Ушла на хутор в дом. А там куча сараев, камней. И где-то в сарай залезла. Ну не будем же мы лазить там в чужом доме, бля. Вот так вот. Лисичка, сестричка. Ну почему собаки ее сразу, видишь, в азарте... Пошли в другую сторону, что-то в пету, непонятно. А она залегла сначала, потом поднялась. Вот, и туда, в сторону этого хутора дома. И все, занарилась там в сарае где-то. Хоть ты тресни, ничего не сделаешь. Вот так вот бывают случаи на охоте. Сейчас проверим вот эти канавы. Помычка. На этом же месте помычка. Да что ж такое-то, а? В канаве, что ли, где-то? Заяц выскочил. Или, не пойму, или казан... А, козы, черт возьми, все, караул. Нельзя! Тара! Фу!
Тарон, нельзя! 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 Все-таки взяли козу, по козе работают. Ну, слышишь, собак? Или нет? Козу! Косуля! Ну, вот сейчас круг делают, даже не знаю, пока постоим, попробую их. Когда они вернутся, не знаю, блин, даже, паразиты. Давай. Переехал сейчас на другое место. С другой стороны леса перехватываю собак. Но сейчас вот сигнал появился. В той стороне километра полтора от меня. Так, бас первый идет, по-моему. Тора сзади. Так, вышли на дорогу на эту, на канаву они. Значит, идут. Блин, беда. Ну что, попробуй. Вон идет коротколапый курат. Иди сюда. Одену ошейник, наверное, стоком. Бася. Моли Богу, что тебе не сожрали волки. Понял или нет? Короткопятый черт. Иди сюда. Бас, ко мне. Ко мне. Бас. Место. Место. Зараза, блин, а? Стой. Так, этого посадил. Ну что, второй идет тоже. Иди сюда! По, 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 по! Фу ты, блин. Нервотрепка, ребята, с вами. Ну, что делать? Сейчас попробую здесь прогуляюсь немножко еще. Иди сюда. Торочка. Ну. Блин, зачем вам эти козы? Елки-палки, а? Просто кошмар какой-то. Ну что, ребят, наверное, будем закругляться. Сейчас иду в сторону машины. Что-то опять он гон заходил, как у вертолета винт. Ладно, будем двигаться к машине, собачки пусть идут. В общем, вот такая охота была, видишь. Стреляли лису, но лиса ушла в сараи. Старые сараи какие-то, ну не то что старые, на хуторе там. Куда она залезла там, там и камни какие-то. Короче, подранок лиса ушла, занорилась там в доме. Ну не будешь там лазить, конечно. Обидно. Обидно, хорошо, погнали. На круг пошли. Парень стрелял. Лисичка, я ее тоже перевидел, когда они подняли. Когда помычка была, лиса поднялась, выскочила. Собачки выправили. Немножко я им подсказал, там они, она через канаву перескочила. Потом выправили, хорошо повели. И отрыв небольшой был. Потому что собаки уже, ну я думаю, почему нет выстрела. Вот, потом бах, выстрел. И она опять в массив вернулась. Вот, собаки, видимо, в пету, что-то они разгоряченные такие были, потому что по такому горячему следу шли и дали дрозда в другую сторону. Потом, пока разобрали, человек пошел, лиса перед ним поднялась в 20 метрах. Он говорит, ну доберу. А на черта зла, собак уже набросили там же, все, орут, ходят около сарая, около этого, дальше нет. Значит, куда-то она забралась, ну что делать. Это охота. Так что оставайтесь, ребят, с нами. До новых следующих встреч. Всем удачи, пока.